на грудь ладони положу, не плачь. Видишь, как вышло так, в разных мы городах. Как жаль, как жаль. Запомни меня таким, каким был и есть твоим. Я буду скучать, тоска и печаль. Я буду скучать опять и опять. Я буду скучать и в стену стучать. Я буду скучать. Я тебя прошу, зачем уходишь от меня? Извини, я все равно люблю тебя, но я не стану на тебя на берегу перестать. Я жить так больше не могу. Объясни, зачем уходишь от меня? Извини, я все равно люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя. Thank you.
отдохнули, погуляли, разгрязнили. А теперь можно и на концерт сходить. Ой, добрый вечер, добрый вечер. Как же приятно вас слышать.
того, что сказать, есть что сказать. Родненькие мои, вы знаете, ну подари мне цветочек, подари. И пирожки. Боже ты мой. Скажу спасибо всем земным богам.
Здесь живем.
аплодисментов нашему концерту музыкорежиссеру, который уже который час вместе с вами находится в зрительном зале. И именно от этого человека зависит, как звучит моя пластинка. Если вы откроете каждый диск, то увидите, как написано: Дмитрий Иванович Антон! И, конечно же, аплодисменты нашему художнику Васильеву. Самому удивительному, самому замечательному. Встречайте, Алексей We'll be right back.
вам за этот удивительный новогодний предрождественский вечер в Великом Новгороде. Спасибо вам за то, что ждали. Спасибо вам за то, что любите. Спасибо за рыбку, за пирожки, за танцы, за пение, за поцелуи. Спасибо за ваши горячие, удивительные сердца. Спасибо за то, что были сегодня вместе с нами. И за все за это самое святое – это наш актерский низкий вам поклон. Спасибо! Гуляю по полной программе. Сегодня
Еще рыбка. Ой, угощайтесь. Вот сегодня кошки. Сегодня праздник. Сегодня великоновгородский шум и гам. Сегодня было народное вече. Спасибо, мои дорогие, за такое новогоднее поздравление, за такое чудеснейшее предрождественское настроение. Работы легкой не бывает. И все равно с этой усталостью все равно присутствует большая человеческая и актерская радость. Потому что 2015 год открылся таким горячим, фантастическим, удивительным концертом. Спасибо вам за такое ожидание. Спасибо за такой фантастический прием. И действительно поверишь в то, что песня «Строить и жить» помогает. Потому что во время концерта немножко так стало не в моготу со здоровьем, но отчасти открылось второе дыхание. И сердце заработало, голос запел, и все стало на свое место. Спасибо вам большое. Спасибо. Я думаю, что мы еще, ой, как споем. А я поехал в новгородскую реанимацию. Спасибо. До встречи, великий мой родной.